В Кировской области, как и по всей стране, выявляют сейчас все новые случаи мошенничества со средствами материнского капитала. С начала года в регионе возбуждено около 30 уголовных дел по фактам незаконного расходования этих денег. Большая часть нарушений закона связана с фиктивным улучшением жилищных условий. Мошенники обналичивают средства федерального бюджета по известной схеме, покупают разрушенный дом или вовсе место на пустыре. Чаще всего в случае выкупа аварийного жилья специалисты фиксируют в отдаленных районах области. Понятно, что такая покупка никаких условий не улучшает. Выявить такие факты несложно. Специалисты пенсионного фонда направляют запрос в эти районы. Так выясняют пригодность купленных помещений для проживания. С мошенниками, добычей которых становится материнский капитал, борются сегодня сотрудники прокуратуры, полиции.